Привет, как дела? Сегодня будем готовить кабачки по моему рецепту. Ничего особенного, просто жарим кабачки и заливаем особым соусом от канала Англичанка. Поехали! Достаем кабачки. Что у нас тут в холодильнике? Не так много всего. Но есть вот пару кабачков. Слишком худой. Сойдет. Ой. Включаем плиту. Чистим кожицу. Так как кабачки молодые, можно просто соскребить верхний слой. Наливаем масло. Нарезаем дольками. Вот получилось несколько кусочков, достаточно тоненькие. Вот так вот они выглядят. И кладем на сковородочку. Она уже у нас разжарилась. Размажем маслом. Вот очень тоненький надо на краешек положить. Да, потолще. И жарим. Но пока они жарятся, я почищу второй кабачок. Вот так мы готовим в будние дни. Обычное блюдо на обед или ужин. Вот так корочку немножечко стираем тоненьким слоем. И у нас получается красивый, молодой, очищенный кабачок. Та-дам! Эти пока жарятся, это уже нарезанное, это выкидываем в мусорку. Чуть-чуть прямо буквально подсолим. И уже пора, наверное, переворачивать. О, как хорошо прожарилось. Стреляет жиром. А, ну надо поменьше сделать. У меня семерка. Надо сделать на шестерочку. Эта плита не слушается пальцев, поэтому приходится полотенце брать. Шестерка. Ну, пока нормуль. Пошла за тарелочкой. Что тут у меня, какие тарелки есть? Вот моя любимая ланч ти Индина Сапа. Угу. Вот сюда и будем выкладывать. Еще немножко подсолим с этой стороны. Ну и, наверное, уже пора выкладывать. Вот этот еще не прожарился. Этот. В принципе, я люблю не сильно прожаренные. Поэтому можно уже выложить. Вот так. Красота. Сейчас еще эти пожарим. Толстенький посередине. Тоненький. Тоже тоненький. И потолще. Чуть-чуть подсолим. Ну что у нас тут? Не подгорели. Перевернем уже.
Если кабачки не сильно прожаренные, то они такие хрустящие, такие очень вкусные. Правда, полусырые. Но мы же едим сырые огурцы. Чем кабачки хуже? Ну вот, пожалуй, порция и для мамы готова. Тоненький очень. Тоненький на край. Так, их раскладываем вдоль всей тарелки. Плиту выключаем. Да, выключили. Ну и теперь самое главное, соус. Берем обычный майонез, вот какой у меня тут в холодильнике валялся, и немножечко так промазываем поперек. Вот так вот это смотрится. Красиво и блестяще. Но, естественно, это еще не все. Берем банку горчицы. Ее я привезла еще из Лондона. У меня была целая 2-литровая банка. Вот что осталось. Очень вкусная горчица. На выставке получила ее. В конце выставки все стали разъезжаться и уже выдавали все, что осталось у них, чтобы не брать, не везти обратно домой. И вот дали такую горчицу, очень вкусная оказалась. Мы с мамой нарадоваться не можем, уже целых 2 года ее едим. Ну вот, уже заканчивается. В общем, все вот так вот размазываем вместе с майонезом. Чтобы и майонез, и горчица попали на каждый кусочек кабачка. Получается такой светло-нежный соус. Тот, о котором я вам говорила. Ну и тут также. Вот так выглядят мои кабачки. Просто хотелось с чем-то, кроме майонеза. Обычно я их с майонезом ела. А тут нашла еще любимую банку с горчицей. Тут у меня майонезик остался. Ну ничего, я ее быстро доем скоро. Такими темпами. И вкус получился обалденный. Ням-ням. Мама тут у меня подсела на укропчик, поэтому мы можем добавить для красоты немного укропчика. Ну и вот получилось вот такое блюдо. Ингредиенты всего лишь майонез, горчица, укропчик и кабачки. Вот такие вот они кабачки получились. А-а-а, вкусняшка. Сейчас мы их будем пробовать. Кстати, моя любимая кружечка. Keep calm. It's only Christmas. Это так, забивать горчицу, потому что она ядерная у меня. Ну что, поехали? Это немножечко куда. Итак. В общем, соус получается такой кисленький, благодаря горчице. Кабачки очень нежные и вот с каким-то специфическим вкусом. Но так как я очень люблю горчицу в небольших количествах, получаются кабачки с кислинкой. Кому понравится, пишите в комментариях. Вот такой вот он рецепт от англичанки.
Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!